Как вы меня назвали, придурком? Да, представьте себе. Повторить, написать. Повторите. Повторю. Доктор медицинских наук, профессор, да еще и при учениках. На видео, которое попало в сеть, заведующий отделением диагностического центра. А ведь буквально на прошлой неделе на пресс-конференции с министром здравоохранения о вежливости говорили. Мол, интеллигентный врач никогда не скажет грубо человеку, который нуждается в помощи. Здесь же в ответ на просьбу принять пенсионера, которому стало плохо. Сопровождающих разве что за порог не вытолкали. В диагностический центр мужчину привезла внучка. И ее друг, он же автор видео, согласился помочь. В очереди пенсионеру стало плохо. Сказала, ждите очереди, я одна. Ну, соответственно, послала нас, если вам что-то не нравится, не устраивает, пожалуйста, в кабинет к заместителю. Девушка от вас уже приходила сейчас по поводу дедушки. Вы меня, откровенно, как говорится... Что произошло дальше, Дмитрий снял на видео. Крик души от такого поведения врача молодые люди сразу разместили в социальной сети. Спустя час на пост отреагировали в Минздраве. Утром пострадавших от хамства ждали в приемной, чтобы разобраться в ситуации. Есть определенное выгорание у врачей, и тем более таких врачей, которым является Александр Христофорович. Мы принесли извинения за неэтичное поведение, и обязательно этот случай мы разберем на этичном комитете Министерства здравоохранения Тульской области. Случай считаем вопиющим, нарушение этики, деонтологии, человеческих принципов. Он виноват, естественно, он будет дисциплинарно наказан. Извинения приняты, конфликт исчерпан. Пенсионер получит высококвалифицированную помощь. Руководству областной больницы министр поручил пациента взять на контроль. Из Щекинской больницы, где он сейчас находится, вскоре мужчину переведут в клиническую больницу. Ну а сотрудников диагностического центра ждет урок вежливости. Анастасия Билик, Андрей Ремезов.